Ну, у меня прадед воевал, получается, это отец моего дедушки, участвовал в такой важной операции, как форсирование Днепра. А как звали? Ой, если честно, не помню уже, потому что мне очень мало про него рассказывали. Он достаточно рано умер, потому что на войне он получил очень сильное ранение. Рядом с ним разорвалась осколочная граната, он получил очень много осколков, контузию, и после войны он прожил буквально, может быть, лет 5. Вот. А что бы вы вообще пожелали всем ульяновцам 9 мая? Чтить своих предков – это великий подвиг.